Я хочу всех жителей города и гостей поприветствовать с началом весеннего сезона открытием навигации. Значит, теплоход сейчас Владимир Ершов начинает свою работу с 29 апреля. Лиза Чайкина чуть попозже выйдет, надеемся, между праздниками, ну или, так сказать, чуть позже. Что касается работы, начинаем работу с речного вокзала. Вопрос, связанный с установкой понтона к пристани Горсада, на сегодняшний момент пока не решен. Ожидаем, что это все-таки положительно решится для удобства и гостей города, и жителей Твери, потому что пожеланий очень много, ну и нам так удобнее работать. Вот. Что касается работы теплохода в завершающей стадии, вот еще буквально 2 дня, и мы будем готовы. В принципе, ждем гостей к себе. Что касается программ, то будем работать по старой схеме. Это ежедневные прогулки, 45-минутные, без выходных дней, с понедельника по воскресенье. График работы с 10.30 до 21 часа. Ну а какие регламентные работы были? Значит, ну вот по Владимиру Шоу были работы выездные по корпусу, значит, по силовой установке. По Лизе Чайкиной то же самое. Капитальный ремонт для двигателей. В общем, все сделано для того, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойную работу. Но уже известно, какова будет стоимость билета для детей и для взрослых? Практически ничего не поменялось. Буквально на 10 рублей мы вынуждены поднять цену. Это из-за стоимости ГСМ. 390 рублей это будет в будний день, выходной день, вернее. А будний, соответственно, 350. То есть для детей дети до 7 лет, сопровождение взрослых, как всегда, у нас бесплатно.